Всем привет! Сегодня мы будем смотреть новые механизмы паштета, то есть кота, которого... Ой, блин. Пошли! Чё у тебя за скин страшный? У тебя нубик на голове перевернутый и какая-то голова. Ну ладно. Так, хочешь попасть в мир зэгов? Иди через этот портал. Иди. Да. Давай, иди. Мир зэгов. Моя троллинг ловушка не сработала, ну и ладно. Короче, давай загружай. И что это? Это вот механизмы для машин. Значит, это механизмы для машин. Чё-то я вижу много шарниров и чего-то такого. Так, ну давай, начнем, наверное, с этого. Что-то странное. Ой. И чё? Это коленчик, вау. А, нажми право-лево. Ой, вот блин. В этом прикол. И для чего это надо? Это на машине... для машины используется, чтобы можно было задний колёс и передний нам. Блин, прикольно. Вот. С помощью одного колеса можно другую... А, блин, реально, смотри, прикольно выглядит. Вот. Немножко странно, но прикольно. Короче, а даже не понимаю, для чего оно. Вон та штуковина просто поворачивает вот эту штуковину. Туковину. Ну и также тут осталось еще 4 раза... А, даже 5 различных механизмов. С какого начнем? Да. То есть продолжим. Давай с этого. Вот этого можно начать. Это что? Это машина, у которой все 4 колеса крутятся за счет вот того в центре. Можешь посмотреть гаечным ключом даже. А, реально, только вот это колесо привязано. От того, что это колесо крутится, все остальные колеса тоже крутятся. Типа они это крутятся от этого колеса. Это самая простая версия, которую я смог придумать. Да. А вот есть такая же, только сложная. Типа вот это моторчик. А это 4 колеса, они крутятся от этого одного моторчика. Ну, типа, прикольно. А это что такое? А это такая же, только усложненная немножко. Ой, блин. Тут уже какие-то ножки, а не колеса. Да, ножки непонятно. Там вообще они крутятся как. Очень прикольный механизм. Типа, мотор, и от него вращаются 4 колеса. Ты что, машинку какую-то строишь? Нет, просто механизм делаю. Ой, да, крутые ножки. Ой, они что-то забуксовали. Это, получается, был, типа, мотор, который активирует сразу 4 колеса. Ой. Теперь можно вот это посмотреть, вот это. Видимо, на искусственном интеллекте решил сам уехать. А почему это? Ну, потому что вот это два разных механизма в одном. А вон там этот. Вот это, тут все колеса, тут она едет за счет обычных колес, но поворачивает за счет одного сервопривода. А, понятно. Вон там у нас бешеная машина. Типа, вот это у нас... Там был моторчик, получается, который крутит в одиночку 4 колеса. А тут один сервопривод поворачивает все 4 колеса. Да, можешь покататься, ускорить. Я ускорила, очень прикольно направляется. Воу-воу-воу, он даже еще дрифт. Это как сделать дрифт и еще один сервопривод, который будет все это делать. Честно, нету сервопривода. Так, и куда мне ехать? Так прикольно. Ой, ну тут больше механизмов именно для колес, а не для этого. Ну там, двери, вот это все. Тут только механизмы для этого. Для самого корпуса вот этих колес. Тут какая-то большая машина. Ну ладно, я еду на спавн. Там осталось еще 2 механизма. Более-менее нормальный и почти вообще непонятно ничего. Белый и черный. Я еду, а вот он мой. Ладно, без разницы, что он там уехал. Так, это что такое? А это 2 механизма вот мам, которые... А, типа вот, тут есть моторчик как раз, вот этот, который крутит все 4 колеса. И также сервопривод, который поворачивает передние колеса. Ну, только он 2 колеса поворачивает. И только 2 колеса вроде бы ездят. Ну ладно. Типа, как по-настоящему? Один моторчик, один поворачивать... Ой, сервопривод... И все. И машина чисто. Ну, типа, это обычная машина, только она как в реальной жизни, прям, наверное. Да. Я не знаю, как в реальной жизни машины устроены. Вот это вот самый непонятный механизм, это от одного колеса. От одного колеса работают все 4 колеса, от одного сервопривода все 4 колеса. И тут еще и коленвал установлено. Самое непонятное. Сейчас, погоди. Так, вот у нас были механизмы для того, для моторчика, для сервопривода, чтобы поворачивать колеса. А это все вместе. А вот сейчас... Да. Самое непонятное. Тут и коленвалы, и вот эти все сервоприводы, и вот это все. Ой, и что мне нажимать, чтобы начался апокалипсис? А просто ездить. Ой, это что такое? Что это такое? Механизмы. Какие? А еще она на стену может заехать. Что, механизм, чтобы машина по стенам ехала? Что за магия? А, нет, не может. Ты можешь на небольшие вот упятки залазить, например, на вот эту горку. Реально. Ой, да, еще умеет круто переворачиваться. Что это за машина с шипами впереди? Сделай небольшую стенку, я сейчас приеду. Вот что это такое? Какие-то впереди 4 шипа. Она еще так прикольно дрифтит. Побольше можно скорость на максимум? Она на максимум. Я хочу... А что так медленно? Ой, прям уж ничего не лагает. И давай заезжай. Круто. Умеет переворачиваться.
Это получается все механизмы в одном. Только как это странно получается. Ой, я куда это заехал? Поменьше надо сделать, наверное. Блин, сколько у тебя дерева? 10. Ясно. Поменьше сделать, что-то не заезжает. Сделал. Да, машина вездеход. Ой. Крутой вездеход. Давай. О! Заезжает. Все, заехало. Надо было просто подождать, оно и повыше может залезть. Да. Ой, оно этот. Я как-то зажал, что оно сломалось, испортилось. Короче, прости, пожалуйста, я угробил твою многочасовую работу, и мне надо валить. Так надо было. Еще могу показать прикольную игрушку. Давай. Чтобы всех расстреливать вокруг. Все, погоди, погоди. Так, как люди, наверное, заметили, совсем недавно вышла новая обнова в Билтобот. То есть мини-обнова, не знаю, есть смысл ее показывать. Короче, пушка обычно стреляет вот так, да? И это очень бесит, типа нереалистично. Но сейчас с помощью отвертки можно это изменить. Вот, все. Теперь она от нажатия стреляет вперед. И ты с помощью этого сделал механизм для расстреливания всех подряд. Давай. Да, можно. Врубай. Ой, попробуйте выжить. Что это за такое? Это турель нового уровня. Я сейчас ее ускорю, и будет вообще капец. Сейчас. Давай. 3, 2, 1, нажимаем? Да. Ой, блин. Вот теперь по мне попало. Да. На все 360 вот, да. градусов. Это на танк такой добавляешь, типа все, тебя окружили. Ты такой, ну все, вам капец. И пушка такая, ой, блин. Ты под луч попал. Кинула. И всех уничтожает. А, встань-ка сюда. Ты будешь уничтожен с чаурму. Нет, не сюда, а вот тут, у пушки. Нет. Тебя расстрелят из пушки. Че-то мало пуль все-таки. Ты сделал, можно, наверное, побольше. Побольше было бы получше. Я еще не режим включила. Ну, тебе может просто стрелять. Значит, что Ник? Ручится? Да, прикольный таймер. Ай! Нет. Что это было? Ушам больно. А еще можно сделать вот так. Что там за эксперименты? Ой, обо мне не попало. Типа мини-босса, что ли? Типа на новой обнове новая пушка. Ой. Да. Жестко, но не слишком. Если бы побольше пушек. У меня есть то же самое, только с гарпунами. Давай. Но они сразу стреляют в все стороны. Ну нет. Вот это настоящая сфера. Вот это я понимаю, кругок. Ой-ой-ой. Мне кажется, это будет больно, может, не будем тестить. Ну, чтоб не было больно, можно стоять сцену. Это как, знаешь, в Майнкрафте же можно зомби кучу заспавнить по кругу. Поворотом. Типа такого. Или это основа летающей тарелки. Давай ты попробуешь вернуться, либо я попробую вернуться. Стой, погоди. Смотри, смотри, смотри. Удали и поставь заново кнопку в центре. Просто их настолько много, что сейчас я покажу, что произойдет. Поставь, давай, ставь. Видишь? Там внизу вообще от привязки столько всего появилось. И уменьшилось, как красиво было. Так, ну что ж, нажимаем. Давай. Готов к апокалипсису. Ой, меня пробило насквозь. Круто. Сейчас я их соберу. Чё творится? Стой, загрузи-ка заново. Какие-то веревки. Если честно. Так, сейчас, прямо сейчас я для этой штуки сделаю стенку, чтобы оно не вылетало туда куда-то. Ой, как лагает. У меня шпатель за час сломался. О, нормально. Так, прямо сейчас я делаю стену тогда. Давай, огонь. Я хочу еще посмотреть, как это. Деревянный блок убери. Ну ладно, уже упустили. Все, давай. Огонь. А чего они вылетели? Оно стены проходит. Почему? Я сам не понял. Давай еще раз. Не хватило. Ой, а чё это? Я что-то не понял. Что-то им на мою стену немножко наплевать. Ну и ладно. Поставь в центре вот эту кнопку. Хорошо. Просто как это красиво выглядит. Вот поставь, поставь. Давай, я жду. Я там самое делал с пушками, только я не сохранил. Мы как волнами двигается. Видел? Да. Вообще круто. Чем еще будем смотреть? Да, смотри, что у меня. У меня есть вот такой тип катапульты. Случайно придумал его. Он, возможно, у тебя не будет. Что такое? Что это такое? Представь себе, это катапульта. Катапульта детская. Куда сейчас лететь? Погоди. Я так понял, надо сесть в этот стульчик, да? Да. Ой, посмотри, она наклоняет. Это знаешь, как детская игрушка такая, она тоже вот так, типа, наклоняется. Как это? Такая кукла есть. Никак не упадет. Так, ну тогда давай я, слушай, сажусь.
Давай, сейчас залез, садись. Короче, оно натянулось, и сейчас вот это получается. Я даже не понимаю, как оно работает. Давай. Воу! И все. Стреляет. Как настоящие катапульты, типа. Да. Прям настоящие механики. Меня в лес закинуло, помогите. Тут медведи живут. Вообще случайно этот вид катапульты, как думал. Ко мне запусти. Погоди. А просто как неваляшку можно использовать? А не как катапульту. Ну да, она не падает вообще. Убери тогда катапульту. Сейчас мы проверим неваляшку на непаданность. Ой, блин. Что я сказал? На антигравитацию. Давай. Катапульку убери. Все, давай, расфиксируй. Ага, все, я тебя наклонил. О, а что это? Магия. Magic. Блин, я реально не понимаю, как такие игрушки работают. И как это работает в билд-боте-то? Посмотри под землю. Че? Просто в билд-боте это не может так работать вообще, реально. Железные блоки там. А, я понял. Теперь я понял, в чем заключается фишка. Смотри. Да, они сами всегда легкие. Во-во-во, все, я запустил, видишь? И чё, пофиг как-то. Они просто сами всегда очень легкие, и внизу очень тяжелый шарик. Я еще могу показать шар, который изнутри очень красиво выглядит. А можно я запущу? А, я видел, ты в Дискорд скидывал. Хвастался своим обалденным шаром. Давай. Сейчас найду его. А сейчас его от него все обалдеют, наверное. Груди. И честно, он только внутри красивый. И снаружи кажется, ой, блин, дрявый мячик, вообще какой-то нубас сделал. Но если посмотреть внутрь, то это капсула какая-то вообще гиперкрасивая. Открой. А где запрыгнуть можно? Вау. Мы просто как красиво. Я как ты это сделал? Смотри, сейчас. Покажу. Реально, везде такие пятиугольники стоят. Очень. Как будто я в цветочке, знаешь? Ой, или в этом. Где я вообще? Я сейчас думаю, как тебе показать. Блин, реально, ты кого-то много блоков, да, налепил? А, я покрашу. Покрась что-то? Да, вот. Я типа по одному слою вот так делал, видишь? Ой, это вообще долго, да? Сидел, потел. По одному слою делать, плюс ты еще на телефоне. Да, после этого люди пишут, что на телефоне строить невозможно. Вообще ничего не получается, и там не круто. Паштет вообще, блин, на телефоне только и строит. Даже на битве строителей. Короче, ты по одному блоку так делал, короче, очень мучительно мучился. А что, меня тут закрыли? Очень красивая форма. А еще чем будем? Сейчас полностью покрашу. Смотришь, как он там внутри выглядит. Че? И это еще в нем можно полетать прикольно, я бак нашел. Как? Может, закроешь стены, отключишь это, то есть включишь тени. Может, их отключил. Тени, чтобы внутри все красиво было. Давай. Покрашу сейчас еще почти что-то. Давай. Скорей, я уже устал ждать. Знаешь, если долго меня держать на одном месте, то тут я начинаю творить что-то. Ну ты найдешь кнопку, нажмешь на нее, и вселенная пол. Где? Да кнопка. А тут нет кнопки. А чё, в смысле, меня заскамили? Может, кстати, ты можешь на видео в Акинатора поиграть. Что это такое? Это, короче, джин, которому загадываешь персонажа, он угадывает. Да, я ничего не понял. Да ладно. Покрасил? Да. Ой, блин, сейчас сколько сейчас лет мне ждать? У вас 8 активов, у нас 54 лет. А можно выйти? Не, иди. Пацану? А я АФК буду, все, я пошел смотреть свои видео. Сейчас 30 секунд ты будешь готов. Все, я АФК. Смотрю постройки, которые мне скинули. Ой, что за крокозябы построили? Это ты в скине картошки скинул этот вал? Ты говорил, что купишь скин картошки, когда выиграешь в конкурсе. И ты выиграл. Да. Я купил скин картошки. А что сейчас не картошку? А я еще иногда одеваю. Все, можешь заходить. Я картошку не видел, давай картошку. Ой. И что мне делать? Короче, смотри. Что? Я делаю вот так. Как? Что? Где? Как? Вот так. А! Куда? Улетел. Лови! А, как? Сейчас. Просто противовесов нет, погоди. А, он уже из пластика, он летать умеет. А чё внутри? А чё? В Poppy Playtime оказался. Тут, видя так радужно, но думаю, это ненадолго. А чё? Ты чё делаешь? Начинает. Включи-ка видео. То я вывалюсь. И в нем? Да, в нем. Где я еще могу быть? Ешь красную конфетку. Окей. Вот тут. И чё, где я? Ой. Не, реально меня какой-то... Третьего лица сделай. Ой, а где я летаю? Что? Ты летаешь. Я не понял, я же катался только что. Где я? Куда я? Меня в космос запустили. О, новый уровень. Помогите! Куда? Нет, оно неуправляемо. Я улетел на карту. Ой, а внутри красиво, радостно, как будто я просто качусь по дороге. А на самом деле я, блин, в
космосе летаю. Блин, реально, где я? Я забыл. Где путь домой? Зачем меня отправил куда, я даже не знаю. Я вижу берег, надо туда. Только он далеко. А почему я не падаю, а летаю? Не знаю. Блин, потому я думал, что... я качаюсь, а я летал, оказывается. Куда? Почему я наверх лечу? Вон, я вижу билтобот. Нет, куда? Нет, блин, я тебе за это отомстить должен. Где я? Ты знаешь, что у меня внутри происходит просто? У меня эти цвета переливаются каждые 0,001 секунду. Весело тебе? Нет, не очень. Ладно. Тут меня разогнали до тысячной скорости. Где я? Блин, тут страшно, мне надо вылезти. Ой, мяч пропал. Теперь я только лечу. Ой. Круто, все, я рассыпаюсь.